Надо пролететь вдоль каньона к своей цели. Зону защищают установки с радарным наведением. И они очень опасны. Но их поставили защищать небо над объектом, а не каньон внизу. Потому что никто еще не сошел с ума настолько, чтобы пролететь под ними. Я буду учить вас именно этому. В день X ваша высота будет 30 метров. Максимум. Впереди первая остановка. На цели 2 минуты. Принял. Как только томагавки нанесут удар, они вернутся и будут защищать цель. Мы должны быть там раньше них. Увеличить скорость. Кинжалы 2 и 4 отстают от графика. Кинжал 2 догоняет группу. До цели 30 секунд. Вот, проверь лазер. Готовились! Сигнал на радаре, нас обстреливают! Феникс, уйди вправо! Мэр, нет! Кинжал один подбит! Повторяю, кинжал один подбит! Мэверик спит! F-14... Против пятого поколения? Дело не в самолете, а в пилоте. Без меня вы бы вписались. Но ты здесь. Да ладно, Мэв. Не думай. Действуй. Последний шанс. Все получится. Ну давай, Маврик.